Добрый день. Тема сегодняшнего занятия – пассив. И начнем мы рассмотрение этой темы с общих сведений. Итак, информацию с этого слайда записывать вам не обязательно. Итак, в немецком языке имеется три лица, два числа, шесть временных форм, три из которых – формы прошедшего времени – одна форма настоящего времени и две будущего. Два залога, активный и страдательный залог, собственно, то, что мы сегодня с вами будем изучать. И три наклонения, изъявительное, сослагательное и повелительное. Итак, мы начнем с вами изучение темы пассив с общих сведений. Как я уже сказала, в немецком языке два залога. Актив, активный залог, и пассив, страдательный залог. Эту информацию запишите себе, пожалуйста. Кроме этого, в немецком языке мы различаем Vorgangspassiv, это пассив действия, и das Zustandspassiv, пассив состояния. Запишите себе, пожалуйста, эту информацию. И начнем мы с Vorgangspassiv. Итак, Vorgangspassiv у нас образуется с помощью вспомогательного глагола werden и партитип 2 смыслового глагола. Мы с вами на слайде видим пример. Die Waschmaschine wird reparieren. Стиральная машина отремонтирована. Запишите себе, пожалуйста, это. Так, теперь мы с вами посмотрим на примерах, как у нас будет строиться пассив в разных временных формах. То есть у нас пассив может образовываться в разных временных формах. То есть это present, preteritum, perfect, plusquamperfect, futur 1, futur 2
И вы видите на слайде даже еще infinitive 1 и infinitive 2. Ну, infinitive 1, infinitive 2 мы с вами посмотрим только образование самих форм. Итак, presence, passive. Das Haus wird gebaut. Дом строится. То есть у нас события разворачиваются в момент говорения. И глагол werden, это будет изменяемая часть сказуемого, которая всегда будет у нас на втором месте стоять в простом предложении, стоит в форме третьего лица единственного числа, то есть форма wird. И мы видим, что это present. Gebaut, то есть particip 2 от глагола bauen, у нас стоит в конце предложения. Предложение Das Haus wird gebaut не распространенное. Если бы оно было распространенное, то второстепенные члены предложения у нас все бы стояли бы после глагола werden. Следующее предложение – это претеритум. То есть мы предложение «Das Haus wird gebaut» ставим в претеритум. Что это значит? Это значит, что форму претеритум мы с вами поставим только глагол «werden». «Gebaut» у нас будет без изменения. И получается «Das Haus wurde gebaut» – «Дом строился». То есть на момент говорения событие уже произошло. Дальше, мы опять-таки наше предложение Das Haus wird gebaut ставим в perfect. Das Haus ist gebaut worden. Дом был построен. Здесь мы с вами в perfect ставим только глагол werden. Gebaut у нас в particip, то есть глагол bauen у нас в particip 2 стоит и не меняется. Поскольку у нас глагол werden является глаголом исключения, это значит, что в perfect мы будем использовать с этим глаголом глагол sein. На втором месте, то есть после слова das Haus, мы с вами видим как раз глагол sein. И в конце предложения particip 2 двух глаголов, смыслового глагола, глагола bauen и глагола werden, только без приставки «г». То есть такую форму мы с вами используем только в perfect passive, оставляя основу глагола, то есть оставляя глагол без приставки «г». То есть «gebaut worden». В perfect, и, прошу прощения, еще следующая временная форма у нас плюс к вам perfect. Итак, ставим теперь наш das Haus wird gebaut в плюсквамперфект и будет das Haus war gebaut worden. Плюсквамперфект у нас образуется с помощью глагола sein в претеритум, и мы видим с вами форму war. И опять два particip 2 смыслового глагола и глагола werden, то есть gebaut worden. И на русский язык мы переводим «дом был построен». В русском предложении мы разницы не почувствуем, то есть мы переводим так же, как и предложение, которое у нас было в perfect. Мы разницу почувствуем в немецком предложении, то есть событие, которое у нас произошло раньше другого, ну, то есть оба события у нас произошли уже на момент говорения, уже случились, то есть они... Оба будут в прошедшем времени, но то событие, которое предшествовало, то есть которое раньше хронологически произошло, будет у нас стоять в плюсквамперфект. Так, теперь смотрим формы будущего времени, футур 1. Das Haus wird gebaut werden. Здесь у нас событие только произойдет, дом будет построен. И мы с вами видим образование формы Futur 1, глагол werden, плюс инфинитив, то есть у нас как образуется Futur 1, глагол werden, плюс инфинитив смыслового глагола. Но поскольку это пассив, то particip 2 смыслового глагола у нас присутствовать будет, и это будет форма gebaut. И как у нас будут глаголы выстраиваться? Один глагол werden, изменяемый, будет у нас на втором месте,
И второй глагол в инфинитиве будет стоять в конце предложения после партиципцвай смыслового глагола. В нашем с вами случае это глагол bauen, то есть форма gebaut. И теперь futur 2, das Haus wird gebaut worden sein. Здесь у нас с вами появляется еще глагол sein, то есть который... то есть то, что у нас будет показывать, вот эта форма wird worden sein, wird gebaut worden sein, то есть будет нам показывать, что ну, событие будет, то есть дом будет построен. То есть событие у нас только произойдет. И мы с вами видим, что futur 2 образуется с помощью глагола так и собственно две формы infinitive 1 infinitive 2 gebaut werden и gebaut worden sein. Ну здесь без перевода, здесь только фрагменты предложения. Перепишите себе, пожалуйста, эти примеры. Идем дальше. И мы с вами доходим до употребления пассива, до тех случаев, когда мы с вами, собственно, его будем использовать. Итак, если в центре внимания у нас находится предмет, над которым совершается действие, то мы будем использовать пассив. Что это значит? Это значит, что если у нас есть некто или нечто, которое совершает действие, то это будет у нас актив. Например, Петер отремонтировал мотоцикл, да, здесь будет актив, а вот если мы будем, а если мы захотим сказать, что действие совершается над каким-то предметом, или не обязательно над предметом, над кем-то или над чем-то, то мы будем с вами использовать страдательный залог, то есть в центре внимания будет тот, кто не способен совершить это действие, и тот, над кем оно совершается. Например, стиральная машина была отремонтирована, то есть не она сама себя отремонтировала, ее кто-то отремонтировал. Дом был построен, то есть здесь мы с вами говорим о том, что дом сам себя построить не мог, его кто-то построил. И на слайде вы видите пример, где alten Häuser am Marktplatz werden jetzt endlich renoviert.
Запишите себе, пожалуйста, эту информацию. Так, и обратите внимание, то есть здесь схематично обозначено то, как мы вводим субъект в предложениях с пассивом. То есть то, что у нас в акте было подлежащим, и то, что у нас в акте, это субъект на моей схеме, и то, что у нас в предложении с актив было дополнением в винительном падеже, без предлога, важно, что это без предлога, на моей схеме это обозначено как акузатив объект. То есть первая строчка, самый верхний, то, от чего идут стрелочки, это у нас то, что было в актив. Теперь смотрим трансформацию, как у нас это все переходит в пассив. Значит, то, что было дополнением в винительном падеже в предложении с актив, становится подлежащим. А то есть это то, над чем совершается действие. Акузатив объект – это то, над чем совершается действие. В предложении с пассив это у нас подлежащее. То есть это also, и то, что у нас, тот, кто у нас совершал это действие в предложении с active, мы в пассив, первый вариант, то есть мы можем не использовать, не вводить того, кто совершал действие, то есть кем совершалось действие, или посредством чего оно совершалось, сейчас я отдельно об этом скажу. Можем ввести, если мы вводим, то мы используем два предлога, либо фон плюс дательный падеж плюс датив, либо на слайде нету, но это предлог durch плюс акузатив. Когда какой мы предлог используем? Фон мы используем с одушевленными существительными, то есть фактически зачастую это будет с людьми,
Джурхи мы используем с неодушевленными, то есть это могут быть какие-то природные явления, еще какие-то факторы, которые повлияли на то, что происходит у нас в непосредственно самом предложении. Например, было предложение: Der Arzt untersuchte den Patienten. Врач осматривал пациента. Теперь мы хотим сказать, что пациент осматривался врачом, да, то есть не он сам себя осматривал, а врач его осматривал. И мы слово пациент ставим в именительный падеж, и у нас в предложении с пассив это будет подлежащее. Der Patient wurde, мы можем сказать, der Patient wurde untersucht. Пациента осматривали или пациент осматривался, да, у врача. Подразумевая, что врача. А можем сказать по-другому. Der Patient wurde vom Hausarzt untersucht. Пациент осматривался врачом. То есть мы того, кто совершал действие, вводим посредством предлога von. Перепишите себе, пожалуйста, информацию, особенно обратите внимание на пример. Так, и субъект lose the passive, то есть безличный пассив. Как он у нас образуется? Если у нас в предложении в active используется местоимение man, вы видите на слайде предложение man arbeitet sonntags nicht, по воскресеньям не работают, то в пассив у нас местоимение man исчезает. На его место приходит местоимение es. Es wird sonntags nicht gearbeitet. По воскресеньям не работают. Теперь важный момент. Местоимение es у нас может стоять на первом месте и только на первом месте. То есть что это значит? Это значит, что если у нас прямой порядок слов, то мы имеем право и должны использовать местоимение es. Если у нас обратный порядок слов, то местоимение s мы не имеем права использовать. Что у нас в этом случае будет происходить? А в этом случае глагол werden у нас будет стоять в форме третьего лица единственного числа, но, внимание, при этом у нас не будет подлежащего в предложении. И последний пример на слайде вы видите. Sonntags wird nicht gearbeitet. По воскресеньям не работают. И после глагола werden, то есть wird, форма wird, третье лицо, единственное число, у нас по
по идее, должно стоять какое-то местоимение или существительное, но его нету, потому что у нас с вами субъект лозе пассив. Такое явление возможно, но только в пассив. Перепишите себе, пожалуйста, примеры. Так, идем дальше. Так, теперь субъект лозе пассив в придаточных предложениях. Здесь у нас местоимение s будет отсутствовать, поскольку мы с вами уже сказали о том, что у нас местоимение s может быть только на первом месте и больше ни на каком другом. И мы с вами видим, то есть здесь мы полностью выстраиваем предложение согласно правилам построения предложений, то есть согласно правилу порядка слов в предложениях, в придаточных предложениях с определенными союзами. Мы с вами видим на слайде сложно подчиненные предложения с союзом when и посмотрим, как у нас будет строиться предложение с passive. В active будет у нас следующее предложение. Wird immer böse, wenn man ihm sagt, dass unordentlich ist. Теперь мы с вами перестраиваем это предложение. Придаточное предложение when man ihm sagt мы с вами поставим в пассив. Обратите внимание на порядок слов. В предложениях с when у нас глагол уходит со второго места в конец предложения. С пассивом будет та же самая история. То есть мы глагол werden, который у нас должен быть на втором месте, мы его уберем в конец после Partizipzwei глагола sagen. И смотрим, что у нас получилось. Wird immer böse, wenn ihm gesagt wird, dass unordentlich ist. В придаточном предложении when ihm gesagt wird нету подлежащего, нету местоимения s, поскольку у нас здесь безличный пассив, и это придаточное предложение, местоимение s не будет здесь на первом месте, поскольку это место уже занято союзом when. И обратите внимание еще на порядок слов, да, gesagt wird, то есть у нас изменяемая часть нашего сказуемого уходит в конец предложения. То есть конец именно придаточного предложения. Не всего сложно подчиненного, а именно придаточного предложения. Перепишите себе, пожалуйста, эту информацию.
И мы переходим с вами к Zustandspassiv, то есть к пассиву состояния. Итак, Zustandspassiv у нас образуется с помощью глагола sein и партитип 2. На втором месте в простом предложении будет у нас глагол sein в нужной форме. И на последнем месте у нас будет партитип 2 смыслового глагола. Перепишите себе, пожалуйста, это. Так, идем дальше. Так, теперь посмотрим с вами Zustandspassiv в разных временных формах. Итак, на примере предложение Das Fenster ist geöffnet. Окно открыто. Очень часто мы предложение с Zustandspassiv будем переводить. То есть, да, переводить глаголом совершенного вида. То есть, окно открыто. Да? Открыто – это у нас уже совершенный вид. Итак, смотрим. Да? Ist geöffnet. Geöffnet у нас партитип 2 глагола öffnen. И глагол sein мы с вами видим на втором месте. Поскольку предложение у нас не распространенное, то у нас сразу после вспомогательного глагола идет партитип 2 смыслового глагола. Итак, теперь претеритум. Das Fenster war geöffnet. Здесь мы в форму претеритума поставили глагол sein. Окно было открыто, например, вчера. Also, perfekt. Das Fenster ist geöffnet gewesen. Окно было открыто. Теперь форму perfekt мы поставили глагол sein. То есть у нас ist gewesen. И geöffnet у нас остается по-прежнему неизменным. На втором месте у нас глагол sein. И на втором месте, и на последнем месте после geöffnet у нас партитип 2 глагола опять-таки sein. Плюсквамперфект. Das Fenster war geöffnet gewesen. Здесь мы уже с вами наблюдаем претеритум глагола sein и партитип 2 глаголов öffnen и sein, прошу прощения. По-русски это будет звучать «окно было открыто». В прошедшем времени, то есть как бы мы с вами не какую бы форму мы с вами в немецком предложении не взяли, на русский язык будет переводиться, по сути, одинаково. То есть в русском предложении мы с вами разницу не почувствуем, мы ее почувствуем только в немецком предложении. Так, итак, Futur 1. Das Fenster wird geöffnet sein. Окно будет открыто, то есть событие только будет разворачиваться. И тут мы с вами видим на втором месте глагол werden в форме третьего лица единственного числа. И в конце предложения у нас партитип 2 глагола öffnen, geöffnet. И инфинитив глагола sein, и мы с вами его, собственно, наблюдаем, sein. И Futur 2, das Fenster wird geöffnet, gewesen sein. Здесь у нас с вами партитип 2 двух глаголов, глагола öffnen и глагола sein и инфинитив глагола sein. Перепишите себе, пожалуйста, эти примеры.
И употребление Zustandspassiva. То есть Zustandspassiv нам будет показывать результат уже действия. То есть сначала у нас Vorgangspassiv, то есть здесь происходит процесс, а потом этот процесс завершается. И мы с вами используем Zustandspassiv, показывая уже завершившийся процесс, то есть показывая результат этого действия, да, этого процесса, предшествующего действия. И мы с вами видим на слайде пример. Das Fenster wird geöffnet. Окно открывается, и das Fenster ist geöffnet. И окно открыто. То есть сначала оно открывается, ветер подул, открывается у нас окно, например. И когда уже сам процесс вот, движения это закончилось, мы с вами говорим das Fenster ist geöffnet, то есть окно открыто. Перепишите себе, пожалуйста, эту информацию.